я разговаривала с братом из Никарагуи. И они молятся, чтобы Бог дал бизнес для них. Они молятся, чтобы Бог дал им бизнес. Не для того, чтобы они были гордые и могли хвастаться. Не для того, чтобы могли себе хвалить, вывышать себе. Когда ты работаешь на кого-то, когда ты работаешь для кого-то, ты ограничен с временем. Ты jesteś ограничены часом. И также деньги у тебя ограничены. И также деньги маешь ограничены. Когда ты работаешь на себя, але когда ты работаешь сам на себе, ты можешь иметь свободное время для Евангелия. Ты можешь иметь вольный час для Евангелия. И также имеешь на что Евангелию распространять. И также маешь возможность и шансы на то, где маешь там Евангелие. То есть братья, они получают бизнес от Бога, потому что Царство Божие распространять. To znaczy, że bracia otrzymują biznes od Boga, aby przez to rozprzestrzeniać Królestwo Boże. Ja nigdy takiego nie słyszałem раньше. Ja nigdzie wcześniej takiego nie słyszałem. My powinniśmy druga uczyć się druga. My powinniśmy jeden od drugiego uczyć się. Sława Bogu Gospoda. Za Jego plan. Za Jego plan. Każdemu z Was. Dla każdego z Was. Мы говорили, что раньше было больше тоже отделения, банкеты были. Мы видели, что вчера в Польше были также сподкания, разные банкеты. Мы молимся, чтобы это все восстановилось. Мы молимся, чтобы это все все закончило. И литовцы готовы приехать с командами здесь помочь. Чтобы повстало. Литвине. Готовы. Мы просто ждем сигнала Господа. Готовы. Приехать и помочь. Да. Są gotowi przyjechać i pomóc, aby to wszystko na nowo podniosło się, aby powstało. No, сегодня говорил Войтек очень одну вещь, что мы должны считать другого выше себя. Dzisiaj Wojtek mówił bardzo ważną rzecz, że my powinniśmy innych uważać za wyższych od siebie, ważniejszych od siebie. I должен в нашем сердце любовь должна Иисусу быть. Все сердце принадлежит Иисусу. Nasze serca powinny całe należeć dla Jezusa. I pierwsza rzecz, za którą my chcielibyśmy modlić się. I pierwszą rzecz, o którą chcielibyśmy się modlić. Może ktoś no chce obnowić zawiad z Jezusem. Może ktoś z Was chce odnowić przymierze z Jezusem. I może być ktoś pochodzi na mnie, widział siebie we mnie. Być może ktoś podobny do mnie ujrzał siebie we mnie. Может быть, кто-то думает только про свою жизнь, очень свои проблемы, свои нужды, своя семья, своя жизнь. Может, кто-то мысли, так как я, только о своих проблемах, о своей родине, своих проблемах. Иисус может все изменить. Иисус может это все изменить. Просто дать Иисусу зайти вперед. Позвольте Иисусу выйти до пшоду. Нам не надо просто, как сказать, себя доказывать себе. Мы не мужчины себе удовольствовать. Что оправдывать себя, что я в церкви, что я верующий. Не мужчины себе удовольствовать и доказывать себе, что я в костеле, что я христианином. Но с этой земли, с этого мира корни вытащим и поставим корни туда. Але повинніśmy корені з того свята вырвать і дать для Ісуса. Да. Также є проблеми з здоров'ям, з желудком у кого-то є проблема. Хтось має проблеми зі здоров'ям, з жовтом. З глазами у кого-то проблема є. З очами хтось має проблеми. В спині у кого-то проблема є. Хтось має проблеми. В плечах, в кренгосу. И также кого-то почки. Кто-то имеет проблем с ногами. Будем молиться. Будем молиться. И также сердечные кого-то проблемы. Кто-то имеет проблемы с сердцем. Кто-то травму получил. Кто-то досвидчил каких-то уразов. Упал или... Упал, упал. Повредил. Coś sobie... Także powoda z kożą, здесь w голове, to problema z kożą, z kalką.
кожи голова внутри. Ктось має проблеми скурне в голові. То есть, если это вы, все, которые услышали про себя, можете встать перед тем. У многих радости, услышали, не хватает радости. Свои проблемы, радости. Прошу выйти до пшоду. Те, кто же не мают радости. Да, можете тоже приходить здесь. Теж запрашиваем. Будем за все нужды, которые есть у вас. Будем молиться о всех потребности, которые имеете. Но самое главное, чтобы мы все шли за Иисусом. Але найважніше, аби ми всі йшли за Ісусом. И чтобы мы не считали других выше себя, себя выше других. Аби ми вважали себе за інших вище от себе. И чтобы все единстве. Аби ми всі в єдності. Изменили город этот. Змінили то місто. Эту страну. Этот край. Сколько поляков по всему миру есть? Представьте себе. Вообразите себе, или поляки. Если столько было бы миссионеров по всему миру, представьте. Если столько бы было миссионеров на самом свете, вообразите себе. И подумайте. И помыслите, что бы это было. Да. И чтобы тебя, Бог, представьте себе, чтобы Бог тебя будет использовать по всех странах. Вообразите себе, что Бог будет тебя уживать во всех краях. Также кого-то левый, здесь вот проблема есть, в левой руке. Ктось ма проблем з левою рукою. То здесь може теж приходити. Всі, які маєте нужди, встаньте, будь ласка, і соберіться. Потреби, вийдьте, Боже. Но самое главное, хто хоче обновити завет з Ісусом. Але найважніше, хто хоче обновити своє примирення з Ісусом. Ну все, встанемо, можете наші певці грати, там, славити Господа.